Мы сидим в садочку, кушаем шашлычки. Ну, жизнь такова, что далеко не все, что мы готовим здесь, в садочке, попадает на ваши экраны. Далеко не из всего материала мы делаем ролик. Вот и сегодня мы просто приготовили гору шашлыка и сидим, отдыхаем. Здесь такая красота, такое спокойствие. Вот сверчки поют. Тишина, спокойствие, мир и благодать. А вон там за этим виноградом декоративным шумит ежик. Оказывается, здесь ежи сюда. И я подозреваю, что он не один, потому что разные, явно разных размеров. И здесь они так вот шелестят. Вот это вот. И... Несмотря на то, что здесь люди сидят, вроде как мы разговариваем, мы ведем беседу, вот, и неспешную. И здесь вот именно по освященному месту то подбегает ежик, хватает вот, а мы вот кушаем вот курятину и бросаем туда кости. Понес кистку. Стырил. Запутався. Да, а вы говорите яблоки и груши. Яблочко наколол. И на иголочке. Кисточку схватив, ты побег. Да, мы дождались. Ну, там ще один. Ні, то він ото сів там. Ні, там он шелестить ще один. Ні, оце він там сів. Це само собою, а ша там он шелестить. А, дай, тут два. А оцей маленький, а маленький остався без косточки. Оце вторий. А нема там кістки більше? Є. Давай. Лежить кістка. А, ось. Навось. Давай. Тобі теж повезе. Да, тут хороша кістка. Ну все, не будем мешать. Расскажи, что котяра чужий. Подожди, тут ежачок киску так ест смачно. Котяра чужий, и ежак тоже нарушил. Ежачок до нас пришел в садочек, косточки кушает. Да, такое не часто увидишь. А рыба, Вов? Ой, за рыбу забыл. Ой. У нас скумбрия здесь. Уже пора ее снимать. Какая красавица. Надо было раньше. Да не, нормально. Забыли. Вообще красавица.
Ну, в общем, покупать скумбрию горячего копчения не стоит. Вот так она прекрасно. Между делом приготовилась. Между делом приготовилась. Привет, ежачок. Это уже большой такой. Ага, это большой. Ёжик. Вот какой он красивый. Не бойся. Ёжик. Кинула косточку. Сейчас должен взять. Ну все, угощение принял. Грызем. Ну все, не будем мешать. Ну а мы отдыхаем. Красиво жить не запретишь. Ну, в общем, интересно. Ваше здоровье.